так продолжалось 8 лет. Переворот сознания Ольги удачным образом совпал с попыткой переворота в стране. В октябре 93-го Ольга Кормухина со своими друзьями вышла на Тверскую улицу. Танки в центре Москвы, солдаты, пальба, хаос так потрясли ее, что Ольга поняла. Все, чем она занималась до сих пор, лишь суета и мелочи жизни. И когда мы вернулись домой, я, наверное, дня 2-3 была в таком трансе. Вы знаете, я вот честно скажу, я просто... Просто эти 2 дня сидела вот так тупо на кухне. Там стояла бутылка водки, пачка сигарет. И я за 3 дня написала полтетради стихов. Ни молитвы, ничего не было. Я плакала. Плакала за Россию. Это... Она плакала и пила. И казалось, что заглушить тоску ей никто не сможет помочь. Но как человек с сильным характером, Ольга решила, что не стоит опускать руки. Надо что-то делать. Алкоголь – слишком простой выход из положения. Это было рано утром. На следующий день после того, как я приехала. Я приехала со страшной головой болью. Я очень сильно ударилась в поезде о поршне. Я была просто, понимаете, да, в разобранном виде. И он меня помазал, он ничего не сказал. Просто в меня проник этот взгляд. Я даже до конца не поняла, что произошло, но в меня вошла какая-то сила, непонятная мне, ни тогда, ни даже сейчас. Вот это что-то... И не нужно этому искать объяснений. Однако старец Николай не благословил Ольгу на затворническую жизнь. Наоборот, он предсказал, 39-летняя певица скоро выйдет замуж и родит сына, но велел приезжать на остров часто. Первое, что он мне сказал, наклонился ко мне и говорит: ну что ж ты так долго? Я сначала не поняла, думаю, батюшка, ну вот я проснулся сразу. А он так заулыбался, что я поняла, что я не то говорю. Потом только до меня дошло, что я 93-го года, он меня ждал. Он мне говорил: я давно тебя знаю. И сказал мне: ты еще не раз сюда приедешь. Вот. Все сбылось, как и предсказывал отец Николай. Ольга вышла замуж за одного из основателей группы «Парк Горького» Алексея Белова. Они обвенчались. Вскоре родился сын. Ольга признается, что жить по канонам церковного брака непросто. Очень важна поддержка мужа. Потом я родила Тошку. И когда я родила, меня вдруг посетило чувство такое странное. Я ощутила боль детей... брошенных детей, вот такое ощущение, что всего мира. Солнечный удар. Солнечный удар будет? Ну, давай. Чтобы удара солнечного не было. Теперь у нее много детей. Сколько, она и сама не знает. Воспитанники детского дома к тете Оле приезжают как на праздник. В доме, который Кормухина купила специально на острове, всегда вкусно и весело. Дети чувствуют тепло и материнскую заботу. Она пришла сначала, потом она вот это принесла, вот эти игрушечки, а еще матрасики и кружки такие, лак, который вот так, цап-цап. В школе она уезжает в Москву за едой. И остается одна Наташа с воспитателями. Мы здесь играем, разукрашиваем, мультики смотрим, качаемся, гуляем, купаемся. Да, прямо сейчас. По одеяке посуху. Сегодня все, что делает Ольга Кормухина, происходит только с благословения духовного наставника. Она вспоминает, что такую сильную веру она обнаружила в себе, когда умер ее отец.
Ей был тогда 31 год. На похоронах Ольга словно почувствовала, что отцу не нравится ее образ жизни. Много лет она мечтала о том, чтобы отец ей приснился, но этого не происходило. И только после встречи со старцем она увидела отца во сне. Он одобрительно ей улыбался. Пустоты не бывает, заведется чертовщина там, где только пустота. Помните этот стих, да? То есть не бывает пустоты. Зажги в моей душе.